1850 году Саврасов был удостоен звания неклассного художника за картину «Вид московского Кремля при Луне». Эта картина до настоящего времени не обнаружена. Одновременно он представил в Академию два этюда, исполненных с натур. Один из этих этюдов был написан в имении Ивана Дмитриевича Лужина, члена художественного совета училища, находившегося близ Влахинского монастыря, в одном из живописных мест Подмосковья. Для изучающих творчество Саврасова должна представлять интерес эта юношеская работа художника – этюд «Камень в лесу разлива», или, как его еще называли в документах училища, «Камень у маленького ручья». В центре этюда среди деревьев художник изобразил огромный камень, на вершине которого он поместил фигурки двух мальчиков – Борчука, сына владельца усадьбы, и деревенского мальчика, сына кормилицы. Эта группа введена в пейзаж, вероятно, для наглядности масштабных отношений изображенных предметов. Большой свободы и мастерства здесь еще не чувствуется. Но в том, как разнообразно по цвету написана землисто-коричневая поверхность старого камня, местами поросшего мхом, как вылеплен ствол березы, видны внимательное осматривание в живопись предшественников и серьезное изучение натуры с несколько наивным, бесхитростным ее воспроизведением. В картине Саврасов отказался от традиционного панорамного построения, характерного для академической видописи, протяженности пространства, постепенности развития планов. Художник словно выхватывает из окружающего пейзажа интересующий его ландшафтный фрагмент, изображая огромный каменный валун и окружавшие его стволы могучих деревьев, чьи верхушки скрыты за пределами холста. Сумрак и теснота, царящие здесь, контрастируют с голубизной далекого, почти безоблачного неба. Романтический характер вида продолжен и в жанровой сценке. Дети, укрывшиеся от опеки взрослых, изображены словно на границе неизведанного мира и напоминают героев книг, где описываются путешествия и приключения в далеких странах и землях. Даже трудно предположить, что где-то рядом усадьба, а неподалеку большой город. И в необычном пейзажном сюжете и в его живописной интерпретации уже явно ощутим интерес Саврасова к поэтической передаче красоты родной земли.